Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Папи. А мы продолжаем играть в игру Control от студии Remedy. Но перед тем, как начать смотреть этот летсплей, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и вступить в группу в Discord. А там проголосовать за игры, которые вы бы хотели видеть на канале. Ну а мы погнали дальше. В общем, мы остановились на том, что искали телефон. Телефон искали. Так, открывай сундук. Чтобы связаться. Неопределенные показания. Давайте посмотрим, что у нас по миссии. По миссии. Так. Да, вот, называлась предыдущая серия «Неизвестный абонент», поговорит с Эмили на данный момент. В общем, быстро читая вкратце, Эмили дает Джесси указание найти телефон прямой связи, предмет силы в виде старого телефона, чтобы понять сообщение от мертвого директора, пытающего с ней связаться. Они надеются, что с помощью него им удастся разобраться, как вторглись Исы. По пути к телефону к прямой связи Джесси приобретает способность метания, то есть телекинез, как можно сказать по-нашему. Привязав к себе дискету, которая является еще одним предметом силы, она вынуждена вступить в бой с зараженным руководителем отдела по связям Альберто Томаси. Да, мы его валили, и он потом взял и свалил. Ну, в смысле, убежал. Джесси использует телефон прямой связи, чтобы вызвать Тренча. Тренч — это директор. Он рассказывает о необходимости найти его управленческую команду, доктора Каспера Дарлинга, руководителя исследований, и Хелен Маршалл, главу оперативного отдела потенциальных союзников в борьбе с ИСами. Как-то так. Теперь мы возвращаемся потихонечку, бегом. Кстати, это вкратце не получилось, ребят. Мы... Где у нас карта? Нам надо в конференц-зал. Подождите. И... В конференц-зал, да? Ага. Оуч, ребят, я куда-то зашел. В какое-то непонятное место. Я, видимо, ошибся дверью. О, тут еще и ноги валяются. Воздух болтается. Ух ты, камера. Их может... О, камера может сбивать. Но они никакой смысловой нагрузки не несут, потому что это не стелс. Так. Иди сюда. Это я так могу. Сейчас мы еще раз заюзаем. Иди сюда. Минус один. Оп. Еще можно рукопашить, но она мне так... Кнопка далеко находится, что мне просто... Ух ты! Сколько вас много? Так, это у нас там мини-боссик, да? Оп. Отлично. Минус два. Кто это у нас? Рейнджер? Окей, это рейнджер. У нас тут как бы три типа врагов. Это вот ракетчик, рейнджер, обычный. Где ты там? Да я тебя швырну. Отлично. Телекинез хорошо сносит щиты. Ауч. Я тебя понял. Я понял твои намеки. Иди сюда, родной. А ты... Отлично. Валяешься от моего удара телекинеза? Можем тебя немного пострелять. Вот. Три типа врагов, по-моему, или четыре. Можно посмотреть. Еще раз вспомнить. Так. Исследование. Вот он, обычный агент. Барьер. А, это барьер, это не то. Охранник, подрывник, рейнджер. И возвышенный Исами. Это вот был как раз в Томасе, он летал. То есть, получается, 3, 4. Томас, я не знаю, относится ли к виду такому. Он как бы псевдобосс, что ли. Ну, пока он встречался такого типа враг один. Вот, нарушение безопасности данных. Я зачем-то собираю, ну, типа для лора. Чтобы было потихонечку. Оу. Неопределенное показание. Компьютеры? Network disconnected.
Три пули надо было. Так, а что, куда я? А, это просто у нас была локация. Я, видимо, не сюда, не туда зашел. Да, не туда. Просто локация была. А тут закрыто, да? Включай. О, открыто, спасибо. Так. Что здесь у нас? О, что-то там, ребят, хреново, как обычно. Что тут произошло? О, что-то галюны. А, дурман, дурман, дурман. Получено одно очко. А-а-а! Мне дали одно очко способности, вы видели? Кстати, ну, я сейчас начну, естественно, опять заново, да? Тут надо открывать сундуки, которые я открывал в предыдущем видео. Сейчас посмотрю. Нет, не надо. Так, а мне дали одно очко навыка. 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 Надо бы посмотреть, где оно. А, вот оно. Одно очко навыка. Так, 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 так. Ну, пока, видимо, я еще не могу ничего качать. Наверное. У нас же псевдообучение идет потихонечку. У нас что, либо миссия. Кстати, вот он телефон. А что такое телефон, ребят? Телефон это просто здесь нам видосики, видосики. Допустим, какие-то подсказки. Вот он директор, да, Тренч. Он нам рассказывает, для чего эти точки нужны были сохранения. Мы долго не могли научиться стабилизировать точки контроля, потом. Ну и все в таком духе. То есть, по большей части лор сплошной. А здесь закрыто, да? Да. Красненько. В общем, увидимся уже около Эмили. Но я все равно сюда схожу. Давайте еще раз зайдем посмотрим. Так. Там что-то лежит? Можно как-нибудь это поломать? Ну-ка. Ау. Быстро ли дамажится хп моя? Да, очень быстро. Очень быстро. Блин. Косяк. Косяк, косяк. Ну ладно. Может быть, способность надо какую прокачать. Короче, побежал я к Эмили. Сейчас доведу данные. Маршал, различия между изоляциями. Ху, неужели мы вышли все-таки в зал директора? Тренч, финансирование бюро. Финансирование бюро. Мне знаете, что нравится в этой игре? О, это я уже. Это я в роли директора. Это не я. Это следы. Остались от Тренча. Мне нравится то, что здесь каждый предмет, видите, выделяется. Можно толкнуть. Ну, кроме стола. Стол, наверное, явно тяжелый. Ну-ка. Прям вообще все... Все рушится, ломается. Посмотрите. Охренительно, да? Зачем я сломал свой собственный кабинет? Ну, якобы мой. Вообще просто обалденно. Если снизу взять, вытащить... Да. Снизу не получилось. Давайте картины. Не, картины. Тоже не получится. Это сюжет. Это сюжет. Ладно, пойдемте к Эмили. Она у нас заждалась уже. Где она? Вот здесь. Поговорим, узнаем, что хочет. Скажем. Нашли мы телефон, но есть проблемки. Так, а где она? Она у нас? В конференц-зале. Охранники, охранники. Женщина, это вы? Нет, это мужчина. Это тоже охрана. Так. Потерялся я. Ух ты. Здесь еще не был. Перепатрулировались. Какие-то данные, данные. Кстати, знаете, мы что нашли? Мы нашли... так, 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 исследование... Сейчас скажу. Точки контроля, нет, не то. Про Томаси что-то. А, это удостоверение личности Томаси. Нет, это было, было, было.
А, куда все разбросалось? А, вот Томас и результат AMC Willow. Так, я быстро прочитал. Что дальше не хочу читать. Короче, там рассказывается про какого-то медведя. Ну, моя картинка. Так, так все-таки. Где это? Мадам Монпансье. А, вот, вот здесь вот, что ли? Вон она сидит, точно. Джесси, Джесси, вы забрали телефон? Как дела в отделе связи? Там Исы... простите. Подожди ты, блин. Эмили, слушай, есть проблемки, надо поговорить. Конечно. Я забрал телефон, теперь я могу разобрать слова Тренча. Здорово. И что он сказал? Он говорил, что со своей группой управления, о том, что там о боссе Дарлинге, о Томасе, который, увы, тоже заражен ИСами. О Сальвадоре. Он начальник службы безопасности. А Маршал? Хелен Маршал, глава оперативного отдела, бывшая сотрудница ЦРУ, непростой человек. Она отправилась в сектор исследований на охрану производства рук и не вернулась. Ее помощь нам бы не понадобилась. Другие секторы... Как попасть туда, к ней? Это невозможно, все секторы изолированы. Как директор, вы можете снять ограничения, но это только может сделать секторы обслуживания. Обычно мы туда ездили на межсекторном лифте, он соединяет все сектора, но теперь по-прежнему... Но теперь изоляция, в общем... Короче, лифт не работает. Возможно, я смогу разобраться. Джесси, для человека без подготовки в этой экстремальной ситуации вы просто отлично справитесь. Похоже, воздействие ИИСов на вас как бы не действует. Я бы хотел провести с вами ряд тестов, если вы не против. Возможно, мы найдем нечто, что нам поможет. Тесты? Не уверен. Она может узнать о моем... В прошлом, о моем существовании. Хотя, с другой стороны, я бы хотела лучше понять себя. Хорошо. Если вы считаете, давайте сделаем так. Я поищу во внутренней документации, как можно обойти изоляцию. Нужно открыть туда доступ и найти Дарлинга и Маршал. А я пока попробую пробраться. Короче, как-то так, ребятки. Сейчас узнаем, что же будет. Пробраться, чтобы найти... Чтобы найти. Давайте уже быстрее показывайте нам. О, что-то тебя кривит. По-моему, ты ненормальный челик там. Ну, здравствуй, Ахти. Department of Main Trains. Федеральное бюро of Control. Короче, нам нужно, ребята, сюда попасть. Да, я чувствую, тут будет весело. А это что за станция? Что за нафиг? Что это такое? Ух ты! Неизвестный абонент, миссия завершена, и нам дали еще 4 очка способности. Право директора на ручное управление. Улучшите и откройте свои способности в ближайшие точки контроля. Все понятно, наши очки можем улучшать, ребята, в точке контроля. Вы это слышите? Похоже, кто-то поет. Не так... Поп. Эмили, не надо. Похоже. Так, окей. Способности. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Так. Крону от метания. Крону в рукопашке. К энергии, к здоровью. Может быть, давайте от метания все-таки сделаем, разблокируем. А есть что-нибудь пострелять там, все дела? Рукопашка. Давайте от метания лучше. Окей. Дальше. О, еще от метания. Я сейчас буду качать метание, ребят. Подождите. Метание гранаты, ракеты обратно во врагов. Ух ты. 50 кроны метания.
Блин, вот это надо прокачать. Минус 2. Все. Сюда сколько надо? Мало очков способности. Надо 2. Это у нас получается 50 к урону от метания. Здесь, наверное, больше должно быть написано, но почему-то плюс 50. Не знаю, что за система такая. Ладно. Так, награды этапа. Ячейка дополнительной формы оружия. Ух ты! Разблокируйте для разблокирования. Для разблокирования ячейка дополнительного персонального мода. Ух ты! В общем, качаем... Качаем свой навык, качается нам разблокировка модов на стволы. Астральные конструкты. Что это такое? Ух ты! Форма оружия. Что можно ставить? Новая форма оружия? Нет, спасибо. У меня их еще пока нет. И моды. Вот. Их можно крафтить, как я понимаю. Да, вот эти штуки, которые мы находили. Персональные моды. Вот эти вот ячеечки всякие разные. Это нам для крафта. Так. Ну, в принципе, крафт тут неплохой. Наверное. Скрытный мод для оружия. Это случайный. Давайте я пока не буду ничего крафтить. Что у нас есть? У нас 1000 памяти дома. Я не знаю, наверное... Как они влияют? Ну, хорошо, ладно. Давайте вот скрытый персональный мод обычный. Это что такое? Одежонка? Нет. Повышение здоровья плюс 16. Блин, зря потратил, понял. Обновить, улучшить. Фак. Контрмеры совета. Господи ты, боже мой. Так, тактика выживания. Убить врагов, не погибнув. Не погибнуть. Вы необходимы. Так. Прогресс. Это наши ачивочки, за которые нам дают награды. Убить охранников ИСа. И убить врагов, используя рукопашную схватку. Используя хватку, убейте врагов попаданием в голову. Отлично. Убейте врагов с помощью табельного оружия в любом режиме. Окей. И одежда. Что, пока... Одежда у нас пока одна. Эй, а что ты переоделась? Вернись. Ну ладно, пускай будешь такой агентской женщины. Ну и все, в принципе. Погнали тогда. Наши ученые тут пытаются разобраться. Найти путь в сектор обслуживания. Вот, сектор обслуживания. Так, внутренняя изоляция, являющаяся чрезвычайной мерой безопасности, прерывает проводимые Джесси поиски пропавшей управленческой команды, тренчи в других секторах. Джесси собирается войти в центр обслуживания, чтобы воспользоваться правом директора на ручное управление и снять внутреннюю изоляцию. Короче, нам нужно снять внутреннюю, ребята, изоляцию, чтобы дальше искать компаньонов команды тренча. Вот. А что они дадут нам? А куда нам нужно найти путь в сектор обслуживания? Так, сектор обслуживания. Где у нас сектор обслуживания? Ах, хз! Ух ты! А где показывается, что у меня такое оружие? Широко. Узенько. А, это типа... Слушайте, это типа у нас дробовик получается, да? Смотрите, давайте тут поярче. Блин, тут нихрена не видно. Так, ничего не видно. Бабах! Это такой... А, чё... Следы даже не остаются. Два. Ну-ка. Переключаем. Бабамс. Да, это у нас получается шрапнель бьем. Ну-ка, вот так вот. Хватка и осколки. Хватка и осколки. Чего мы сюда можем откнуть? Ух ты, ух ты. Так. Точность плюс 5, выпускаемый боеприпасов, исключительно для осколок, исключительно рассеивание боеприпасов минус 7. Точность. Вот что поставить? Либо точность, либо рассеивание. Давайте поставим
Здесь что у нас? Так, скорость восстановления энергии, скорость восстановления... Так. При подборе элемента... Меньше метания, энергия плюс 5, урон при попадании. Давайте все-таки, наверное, урон при... А, урон при падении. Нет, не надо. Давайте лучше пускай скорость восстановления энергии. Но энергия нам нужна для телекинеза. Коллекционные предметы. Мультимедиа. Так, это все видосики слушать. Ладно, мы это не будем. Погнали. Погнали дальше. Искать выход и проход. Кстати, ну-ка, что я там поставил? Бам. Ну, как бы кучность не очень сильно. Прямо она такая рассеивание. А, вот это надо поставить. Ну-ка, давайте сюда. Там плюс 2, получается, патрон еще вылетает. Ну да, кучней. Ну, пока побегаю вот с такой штукой. Мне кажется, она полезнее будет. Вот. А это что у нас? Точность? Так, точность. Ладно, не надо. Сектор обслуживания, да? Че, записи. Сейчас посмотрим, куда он нас приведет. Да, сектор управления. Именно туда. А, вот сектор обслуживания, коридор доступа. Итак, как я уже говорил, уборщик на моей стороне. Сейчас посмотрим, на твоей ли он стороне. Потому что мне очень не верится прям сильно, что он на твоей стороне. Он про топор говорил. Сектор обслуживания – это территория уборщика. Если мне удастся разыскать Ахти, он может мне помочь добраться. Возможно, это ты впустил меня в старейший дом, хотя он был закрыт. Возможно, это был Ахти. У меня такое ощущение, что это он заставил лифт заработать. Значит, Ахти тоже на моей стороне? Возможно, я не знаю. Я понятия не имею, на чьей он стороне, но вид у него подозрительный. Это уж точно женщина. Так. Все спокойно, да? Все спокойно. Ничего не ломаем, ничего не рушим. Оу. А зачем нам, в принципе, дверь? Я вообще-то случайно? Ну да. Хорошая система. Тут данные у нас. Что это такое? Литературный клуб Лотес. His life is your hands. Его жизнь в ваших руках. Что за кран? Понятно. Ух ты, какие эффекты. Эффекты. Смотрите, меня забрызгало. Уже не брызгает. Попадание в голову. Мод на оружие? Ух ты. Ух ты. А и карта у нас. Посмотрите. Ой-ой-ой. Мод на оружие. Мне это уже нравится. Я хочу вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Что это за мод на оружие? Урон при попадании в голову плюс 39. Это офигительная штука. Надо было мне не качать. Вот я протупил вот эту пушку, вторую, которая у меня появилась. Вот эту вот. Можно на нее поставить мод? Интересно, если я сниму. Да, можно. А где вообще вот посмотреть бы характеристики этого ствола?
Осколки обладают высокой убойной силой, разлетаются, истребляя группы врагов на близком расстоянии. Ну, мы сейчас проверим, ребят. Походим с осколками, вот с этим вот стволиком. Так, аппаратный. Аппаратный АЭК. Ручное управление для снятия изоляции находится прямо там, в аппаратной. Но как мне туда попасть? Это полная жесть. Нам будет очень больно всем. Нам нужно пройти... Короче, из этого здания, ребят, мы не выйдем. О, привет. Ну, так вот, в целом. Все события происходят в этом офисе бюро. Привет, смешной. Минус один. Минус два. Кстати, вы заметили, они уже... Второго уровня. Так, ну-ка, зайца, кто-нибудь тебя швырнул. Оу, иди сюда, родной. По идее, вот видите, вот в этого челика надо бить щит. Отлично. Но он так дамажится нехило от моего метания. И у нас снова контрольная точка. Ура! Мы освободили контрольную точку. Здорово. Так. Сохраняемся. Красиво. Мне так нравится, когда вот это вот помещение очищается. Погнали дальше. В принципе, ствол неплохой. Так, куда мы пойдем? Пойдем направо. Изучать. Бамс. Ауч. Ого. Тут, блин, дэмэдж наносится. Я, блин... Подорвал чуть-чуть канистрочку чуть-чуть подорвал. Короче, ребят, продолжим уже играть в следующем видосике. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, открывайте описание, вступайте в Discord, голосуйте за игры. В общем, все как всегда. А мы увидимся уже с вами на стриме. Или в следующем летсплее. Всем пока-пока.